Здравствуйте! Интернет-магазин Mobilac представляет видеообзор планшета Atom iPad Mid 101. Эту модель сразу можно представить как флагманскую в линейке Atom, поскольку она самая большая. Диагональ экрана составляет 10 дюймов. Когда берешь в руки это далеко не карманное устройство, невольно задаешь себе вопрос, для кого же оно? Кто захочет носить с собой такой большой планшет? И немного поразмыслив, можно найти ответ. Если планшет с диагональю 7 дюймов – это, так сказать, верхний предел карманности, они могут быть как смартфоны, но при этом не нужно ломать глаза на малюсеньком экране, то планшеты с 10-дюймовыми экранами, напротив, воюют за аудиторию поклонников ноутбуков. Судите сами, что было бы удобнее – ноутбук весом 1,5-2 или даже 3 килограмма, или такой удобный планшет, как Atom iPad Mid 101, весом до 0,5 кило. Носить с собой специальную сумку с мышками, шнурочками и прочим оборудованием весом еще в 2 килограмма или все же Atom iPad Mid 101, который поставляется с удобным чехлом. Чехол для Mid 101 неплохо проработан. Материал, конечно же, не натуральная кожа, но смотрится солидно. А главное, внутреннее покрытие мягкое. Когда планшет в чехле, то ни один разъем или кнопка на корпусе не перекрывается. Есть даже прорези для тыльной камеры и двух динамиков. Единственное, о чем позабыли, это разъем для сим-карт. Ах да, в Atom iPad Mid 101, в отличие от ноутбуков, имеется встроенный 3G модем и позволяет всегда быть на связи, а не заниматься охотой на бесплатные точки Wi-Fi. Возвращаясь к чехлу, добавим, что он имеет магнитные застежки и легко превращается в подставку. Вы без проблем установите его вертикально. Это очень удобно для просмотра видео. Также в таком положении удобно работать с подключенной клавиатурой, как на ноутбуке. Итак, картина понемногу вырисовывается. Atom iPad Mid 101 предлагает больше мобильности и коммуникаций, чем любой нетбук в диапазоне от 2,5 до 3,5 тысяч. Здесь есть Wi-Fi, Bluetooth, GPS с картами и 3G, а также разъемы мини-USB и мини-HDMI. Добавим сюда встроенные веб-камеру и микрофон и получаем отличное коммуникационное устройство. Atom iPad Mid 101 неплохо проявил себя при работе в Skype. Этот планшет отлично подойдет для работы с офисными программами. На таком большом экране удобно пользоваться клавиатурой. Работает мультитач. Можно выставить большой размер шрифта при чтении книг. Имеется предустановленный просмотрщик файлов PDF. Все это делает Atom Mid 101 отличным выбором для бизнес-пользователя. Он недвусмысленно намекает, что ноутбуки – это уходящий форм-фактор. Говоря, что Atom iPad Mid 101 подойдет для бизнеса, мы вовсе не хотели сказать, что он скучный и предназначен строго для работы. Он имеет достойную производительность и позволит не менее приятно развлекаться после завершения дел. Большая диагональ экрана – не популизм. Он имеет не только большую диагональ, но и разрешение 1024 на 600. Стереодинамики, предустановленный плеер Меридиан, который управляется жестами, в пару к гигагерцовому процессору 3D-ускоритель Mali 200. Так что вам обеспечен не только просмотр видео онлайн, но и 3D-игры под Android. Для данной модели ускорителя разработано немало игр. Единственной проблемой при выборе игр может стать разрешение экрана. Большинство игр под Mali 200 разработано для разрешения 800 на 480. Поэтому на экране планшета такая игра не развернется на весь экран, а приютится в углу, оставляя черные поля с двух сторон. Но это касается не всех игр. Вам стоит обратить внимание на игры HD с упрощенной графикой. Такие пойдут без проблем. И последнее, чем стоит восхищаться в Atom iPad Mid 101, это встроенной памятью. Обычно дело обстоит так. Производитель заявляет 4 гигабайта встроенной памяти, но на самом деле 3 или даже больше заняты системными файлами. В итоге пользователь распоряжается только 0,5 гигабайта и вынужден покупать карту памяти. В Atom iPad Mid 101 доступная память составляет 7 гигабайт, и она распознается как внешняя, то есть это как бы встроенная карта памяти. И вдобавок к ней у вас есть разъем для карт памяти объемом до 32 гигабайт. Вот это честно, и за это большой респект разработчикам.